Владимир, да. Почему дети ненавидят родителей? Очень часто потому, что родители и бабушки, и дедушки забывают вовремя начинать учить своих детей прощению. На своем примере, на примере маленьких бытовых ссор или конфликтов, которые бывают у всех у нас, нужно учить ребенка прощать, принимать прощение, просить прощения самому. И это прощение давать, искренне испытать это чувство прощения. Это сумасшедшее чувство облегчения, не снятия ответственности, а именно пережитие, когда человек, ребенок, маленький человек, переживает всю, весь комплекс чувств внутри этой ситуации. Вот научите ребенка прощать и себя заодно, потому что простить самого себя – это самое сложное.